Это вот жук. Жук Манас. Тополевый трубковерт. Очень редкий вид жуков. Вот такой. Осторожно. Вот я у него, благодаря специальной коммуникации, выяснила, что ему нравится имя Манас. Так я его и назвала. То есть он сам захотел это имя. Вот такой жучок. Правда, немного диковатый и упертый. Да, вот такой. Но красивый, а на солнце как блестит. Класс. Интеллект у него есть. Ну, я его только сегодня нашла, буду за ним наблюдать. Там Манас, куда ты на кофту ползешь? Ой. А, вот он. Ой, думала, он на меня пополз наверх. Ой, вот такой жук Манас.